Привет, дорогие друзья! Вы на канале «Автодом и дом на колесах». Сегодня хотелось бы подумать о будущем, так скажем, нынешних каплеводов, куда они будут двигаться. И у меня такое ощущение, что те, кто сейчас ютятся в маленьких совсем автодомах без там удобств каких-либо, им нужно сделать, там, может быть, какой-то промежуточный шаг от капли, вот чуть-чуть повыше, немножко покомфортнее. И вот, может быть, как раз караваны мини фристайл от Silver будут выполнять эту задачу. Посмотрите, здесь уже есть полноценный холодильник, который может работать от газа, от электричества. Кухня внутри, можно готовить. Кстати, во весь рост. Я сейчас захожу сюда и стою, не напрягаясь совершенно. Здесь получается, что гостиная, внутри тоже можно сидеть в непогоду, даже проводить длительное время какое-то, если так произошло, что приехали, идет дождь. Ну и, собственно, гардероб. Вот. Ну, помимо гардероба есть еще полки для хранения вещей вот тут вверху над гостиной. Соответственно, под ящиками тоже есть место, чтобы сложить какой-то груз. Вот тут, наверное, будет... Да, тут пустой ящик, а с этой стороны тоже пустой ящик, потому что здесь, наверное, опционально только можно заказать какое-то отопление. На данный момент этого ничего нету, но под заказ, пожалуйста, могут вам построить что-нибудь. Ну вот, насколько этот вариант актуален, наверное, интересно бы узнать мнение тех, кто сейчас катается с каплями там, с фисташками, свободами и прочими вариантами от наших производителей. Вы о чем мечтаете? Если у вас там, допустим, слабенький какой-то автомобиль, то, наверное, вам хочется, может быть, остаться в такой вот легкой категории и придумать себе что-то чуть побольше, чем сейчас. Вот, например, прицеп мини 290, тоже с подъемной крышей. Давайте тоже заглянем сюда. Ну, тут, мне кажется, вообще практически классика жанра. Да, давайте попробуем заглянуть. Значит, кухонный блок довольно-таки большой. То есть, и внутри можно готовить в полный рост при поднятой крыше. Холодильник полноценный. И смотрите, что есть. Здесь есть даже туалет внутри, что очень важно. Нормальный туалет с отдельным помещением. Ну, душ здесь организовать будет сложнее несколько, видите, поддона нету. Может быть, под заказ пакет вам предложат душевой. Значит, гардероб для всей одежды. Вот, и, собственно, гостиная. Ну, получается, что данный вариант, он, наверное, все-таки для двоих. Вот, и дополнительных спальных мест здесь нету. Как их оборудовать, ума не приложу. А вот он наши производители капель даже в меньшем размере предлагают до 4 спальных мест. Это, конечно, ну, не знаю, честно говоря, я не пробовал. Не знаю, хочу ли я попробовать поспать четвером в капле. Ну, наверное, нет. Ну, может быть, разик только. Вот. Значит, здесь вот телескопическая крыша. Вот она брезентом. Здесь обтянуты по бокам. Ну, для летнего отдыха, мне кажется, ничего страшного. Зато вес должен быть очень легким. Давайте посмотрим. Мини 90. Так. 750 килограмм у него вес, друзья. Так. А, нет, посмотрите. 645. То есть, спокойно он влезает в легковую категорию. И цена 19 970 евро. Ну, да, конечно. Если 16, допустим, без налогов она стоит, то в России будет стоить где-то в районе 20 тысяч евро. Ну, может, побольше. Ну, как-то да. Наверное, по сравнению с каплей, наверное, пока что это не намного лучше. А уж по деньгам ты точно никак ничем не выиграешь.